В окрестностях Донецка, близ села Чермалых, группа наблюдателей ОБСЕ попала под обстрел. Миссионеры следили за ходом работ по восстановлению системы водоснабжения. Кто стрелял, неизвестно. Известно, что выстрелов было три, предположительно из гранатомета. Один снаряд попал в грузовик ремонтной бригады. Еще два взорвались в нескольких метрах от автомобилей, на которых прибыли наблюдатели. Сразу после происшествия ремонтники и иностранные наблюдатели покинули опасную зону. К счастью, никто не пострадал. 15 января под обстрел попал патрульный автомобиль ОБСЕ, после чего посетить Донецкий аэропорт наблюдатели не рискнули. Ранее заместитель главы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук опроверг информацию о том, что некоторые страны-члены организации отозвали своих представителей из числа наблюдателей на Донбассе в связи с опасением за их безопасность.